особо в топе после Минска, Гомеля и остальных городов. Дайте кулак, ДК. В топе почем? Ну, вообще по развитию культурному и... Все, танки поехали. Так хорошо, что не выезжают в Москву. Да и даже по обеспечению, вот по денежному, Могилев-то не особо красивее Гомеля. Но в Гомеле больше город, поэтому там больше рабочих мест, это естественно. Да дело не в рабочих местах. Дело, блядь, в финансовом обслуживании, как сделан город сам по себе. Ну, в смысле, что значит сделан город? Я сейчас не могу мысль твою уловить. Ну, то есть, сколько бабок вкинуто в город, сколько, блядь, сделано там парковых садов. Так это все зависит от того, блядь, сколько чиновники пилят бабок, сколько остается на городской бюджет. Город Владимир. Ну, правильно, я же тебе говорю, потому что, как бы, Гомель идет второй после Минска, ну. Когда-то же вообще, если ты знаешь, когда-то вообще хотели давным-давно сделать столицу Гомель в Беларуси. А вообще-то Могилев, можешь историю перечитать. У нас даже здание похожее на Минский дом правительства, или как он там называется. Бля, прикинь, такая же хуйня и в Гомеле есть, вот и чё. Нету такой хуйни в Гомеле. Ты вот не знаешь, блядь, на Пушкина. Ты был на Пушкина? Нет. Просто я не к тому, блядь. Просто, ну, как, блядь, по мне Могилёв, да, как такая, как типа Мозыря такая, только чуть больше. Пол, ну вообще, да, как Могилёв третий в стране по количеству населения. Я имею в виду архитектура там и тому подобное. Что у вас в Гомеле из архитектуры, кроме усадьбы Паскевича? Кроме чего? Кроме усадьбы Паскевича, что у вас там в Гомеле охуенно архитектурного такого есть? Ну и кроме футбольного стадиона, который неплохо. А как парк Луначарского? Здание вокзала просто уебищное, даже по сравнению с Могилевским деревенским, как ты говоришь, блядь. Ну, блядь, да, здание, да, вокзала, да, там, сука, спора нету. Ну смотри, ну парк Луначарского. Дальше пароли. Это мне понравилось, в Гомеле у вас очень много мелких всяких скульптур таких стоит. Типа маленьких парков. Да вы гоните, блядь. Этого видел мужичка с чемоданчиком, да, там возле вокзала он тусуется? Угу. Ну, скульптурка это там, ну, такая прикольная. Там обычно эти негритусы. Тебе наручи надо? Ребята, у вас, у кого-нибудь из вас есть аддон, это Raid Roll? Да, у меня есть. Слышь, Ягер, как его включить без объявления? Когда РЛ делает объявление, вот у меня появляется вот эта маленькая... Не, это не спрашивай, я хуй знаю, я, короче, ну, у меня есть, но... Не могу найти, блин. Короче, ну, хуй знаю, у меня есть, я его отключаю. Ты думаешь, как включить, РЛ? Че отключить, а его включить? Я, блядь, забагал. Да-да-да. Ну, типа, короче, когда делает объявление РЛ... Да, я понял, влазит табличка, у меня не влазит она куда-то хера. Короче, вручную. И дай там на робот такой. Маги, поставьте, кто выиграет, пожалуйста. Тот и второй подарок получает. Спасибо. Еще бы отошли от него. Ни хера не видно. Капок. Ты тебе советую в первое время качнуть вот это вот. Какое? Меткость. Ну, это обязательный талант вроде как. Не, только для новичков. Потом уже со шмота проще.
И вообще впредь меня такую хуйню не спрашивайте. Я саудеп, я хуй знает. Я в 11-м водил там рейды, всю хуйню. Обычным роллом и все. А, на демона не знаю, на Африка так вроде все качают. Ладно, это давайте сейчас на готовность. Ну, на Африка, да, это обязательно. На демона нет. А, Стулеран, ты тут? Так я в Геру даже не пойду пока и... В общем, одно спору... Да, там, оденусь там в 6 кустрей. Че, ребят, давайте Рылу пусть говорит. В общем, две споры в РДД-зону сносите, одному обязательно хила. И одну мили-зону должно. Все, дальше можете пиздеть. Все, готовы танки поехали. Давай, давай, блять, давай. Сука, ну я конченый, блядь. Я щит одел, пух одел. Щит нужно снять. А, ягер вынеси, бой, пожалуйста. Жду, выносите еще. Куда ты выходишь, ягер? Ну, не, стой. Блядь. Ай, похуй, блядь. Пань до пизды, обычка же. Эх, ягер. Да я, блядь, тут запутался, у меня шмот весь, блядь, танковский оделся. У тебя что, ДД нету? Блин, в том-то и дело есть, но, блядь, я до пола что-то понажимал там, хуй знает. У меня оделся танковский шмот там. Ты сказал, у тебя макросов нет. А, одно тело. Да, так я уже там сделал, я уже сделал, но это не да, те. Мегатрон. Блять, что там их сложно макросы эти написать, ебать. Эквип там то сё, и блять. Ну типа бить то сё и хуйню, и на английском всю хуйню пишешь, да и пиздец. Скажу, прожимайте с тех, кто стаки не собирал. Есть там свои глыбы, тучки и пал сразу сакро отдашь по моей команде. Бля, я вообще нихуя не отдупляю, у меня шмот поменялся на какой-то танковский, блять. Ярости нету, нихуя нету. Прожимайте. Фар можете не сносить. Спорим, сейчас пошел на танка ролить и выпадет силы гнили. Спорим. Бля, по итогу. А, квест идет сдавать только там. Больше никто не бежит. Папочки странно. Ух ты, сказал, тапки выпадут. Я же сказал только что. Да к этому локу отдала. Че, на ШП тоже пойдет, наверх. Тарзон. Дайте квест. Пускай Хан только бежит сдавать, никто больше не бежит. ЦК побежал уже. Но я не понимаю зачем. Смейте потом этот квест сдать. Стой, стой, не сдавай, я, блин, не брал квест, не сдавай. Потом на ролл сегодня. Да, не сдавай квест, я тоже не брал, блядь. А его предложить, да, нельзя? Не. Кого баф пусть придет сюда, и чтобы квест засчитали. Потерейся. Сейчас ты пропа, пойдем на совет. А что, перекур будет, ребята, что нет? Нет. Ну что, засчитала квест?
трэша перед советом покуришь, там сходишь. Подожди, возьму квест, не сдавайте. Да, можешь отойти, если хочешь. Главное быть тут. Бля, да я уже покурю сейчас, пока убежите. Да. А суманите все. Кстати, сразу суманите. О, я взял квест. Ну, кто там еще? Берите, идите. Где-то взял вас. Сдавать его кто будет? Кто его сдавать-то будет? Что, некому? Так вы же сказали, ДК не бежать. Я не побежал, у меня сделан квест. У кого сделан, идите сдавать. Так в смысле, идите у кого? Пятен полом, чем вам 5 льда этих так важен? Давайте идемте пробовать. Бля, да при чем здесь лед? Там багруха может выпасть. Подождите, ребят, для того, чтобы засчитали, нужен человек, на которого у него есть 2 бафа. У меня вот. Есть 2 бафа. Так иди сюда, рядом вот с этой тетикой, сиди и жди, пока она засчитает квест, и все. Я уже бегу, успокойтесь. Пошел сдавать, да? Да. А ну окей. Покурить можно отойти? Да, ну. Подчини его своей воле, ты обретешь несказанное могущество. Но если тебя постигнет неудача... Мне вот, кстати, честно признаться, за все время, ну там лет за 6-7, 2 раза только багруха с сумки падала. Не 8. Тихо, 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 Чё ловушка? Так, ну чё там? Кто там квест будет делать? Ягер, ты? Не-не-не, мне на этом боссе не надо. Мне только на Лане и на Синдре. Я понял, ну ладно, тогда. Агер. А Харзул, о, Каплок, покидаешь Косноязычья, ладно? На кого, на профаршу? Нет, на слизняков. Так там покидаю. Напомните, как там чё? Да, он лучше кидает, он слава. 3 укуса на Лане передать надо, да, по-моему? Пеши там свои дотки. Зеркало сначала порвать, потом передать. Ну, не, зеркало я помню, там словить зеркало я помню. И, блядь, 3 укуса передать. Да, а что, на все, всех слизняков-то кидать, да? Да. Да-да-да. Сразу появляется, тут же кидаешь. Угу. Давайте выходить с ФК, кто там у нас еще? Здесь по 2 слизня вылазит или как? Нет, один. Просто 7 переводим, да? Да-да-да. Кто, кстати, придумал херню, что оно только на одной цели может висеть? Да в смысле? Ты о чем? На каждой цели может висеть только по одному и все. Ну да, но я помню, кто-то говорил, что типа нельзя сразу двоих. Гадрон, ты здесь? Харзуш, одну секунду. Там вроде был какой-то скилл, который нельзя сразу двоих. Ладно, давайте без него начнем. А, паладин, пей куклу. Уши ПВЧ, чему только на одном. И жертвенная гуза. Ну, лока, там это дух тоже блуждающий, не накинешь на всех. Вот так вот уже. Сейчас играй. Thank you.
Сразу зеленого бьем. Или вы не сбегаете с этой сторонки. Замедляем пельмени, ловите. Давайте. Бейте босс. Сейчас пельмени будут. Пельмени не ловим. Красного бьем. Красный ветер, да, да. Пейте тоже помогите. Так как мы не убегаем. Зеленый РДД. Пейки тоже помогают, убегите сюда. Пейку, пей лужи там. Захиливать. Бля, пей лужи. Пивай. Ну выведи с лужи танк. Красный, замедляй красный. Пельмени ловить. Пить красного. Ты быстрее пей лужи. Новый сразу выпивай. Этого и новый выпивай, маленькие. Не, новый выпивай. Большой не пей, малый пей. Новый выпивай. Красного. Сказали красного, добивайте туда. Переводите босса, сразу зеленого добиваем. Сейчас гер дам, добьем зеленого и будем вас убить. Походу это вайп. Да нет. Да нет. Пой гимн, пожалуйста, гимн, пой. Вместе спой гимн на ману, потом на хп. Сначала нет, на хп спой. Дымили контрахилить. На ману пой. Бейте босса. Меня не ловите. Чтобы тоже. Так, пельмени не ловим. Выводи отсюда. Колбы милики не ловите, станьте танк. Давайте. Выводи быстрее сюда. Должен выводить. Вот место есть. Как там милики будут бить? Выводи сюда, босс. Пельмени ловим. Именно МХП спой, ладно, не пьете уже. Осталось. Вот все. Добили. Ну, да. Блять, да кто так танчит? Ну ебаный. Кто так пьет лужу? Да нет, там еще впереди босса стояли и там лужа разлипалась. Он просто не знал, куда идти. Блять, да, Ягер. Впереди было дохуя места. Ягер, спекнись в танк, дрожак потанчишь. И на совете тоже спекнешься, ты потанчишь, поможешь там. Классный сайт, Ягер. Т6. Кушайте на совет. Ай. Защитник. Двухстая врубите.
Это, я это ручеёк сделать. Угу. Че, я тоже отойду на трэше, покурю пока что. Угу. На тебе идти-то. Бля, как... я и дальше могу танком пойти. Сейчас перебафнемся. Не, не надо дальше. Чисто на трэш стэк из фонда, да. Хватит, ты как хвост не сдал. Так, давайте чек. Присутствие танков, ёлок. Вок, куда ты пишешь? Так, танки тут, хилы вы тут, идите запускайте. Сразу звезду заливаем, потом кружочек. Стаю бьем. Выключи, стаю выключи. Хилы звезду бейте. Тут добейте сначала. Хант на поле, двух стаи офни. Двух стаи отключи, хант. Хант, отключи двух стаи. А ты тут вообще? Вот дурачок. Отошел, походу. Каску рыбафните, помага. Потом кружочек бейте. Чуть станк. Так, идем дальше. А сзади маг. Там надо тоже долить. Сначала бьем звезду точечно. Ожерелье. Подберите ожерелье. Потом кружочек заливаем, а потом заливаем трусы. Раньше помню, этого шмота падало с каждого моба. Да. Были времена. Контролить будем или нет? Не, я так можем танчить. Я нападала всякая штука. Танки сразу запускайте, сначала звезду заливаем, точно никого АУЕ, чтобы не убивалось. Владимир, там станы можете раскидать. Да вар он убьет, ты что, вар, блядь, живущий, я ебу, блядь. Бьем сначала звезду. Бейте треугольник. Треугольник сразу бьем потом. На нахуй, 100 косых, а? Блять. Треугольник. Потом будем обвешивать. Сейчас катушечку упадет, да? Ну, кстати, на фурика идет катушка. Стой, работает. Че, кинжал с ребра? Снимите треугольник на себя. Все, бейте его, бля. Я пошел кольцо возьму от этого пепельного. Там же с уважением можно брать уже, да? Да. Одень посох на фурик. Я, бля, забивал. Точно, возьмите. Сейчас соки-то в инту. Жалко, возьмите, Алена хулипали сидит. Тебе не жаль было столько голды тратить на камни? Ну, нет, мне как бы пофиг, у меня, блядь, триумфа хватает. Поднимаем двух павших. Бля, голды не хватает, сучка. Так, бьем звезду, потом бьем кружочек. Потом бьем треугольник. Там сам добежишь. Танки можете начинать, а коты залейте ману холипалу.
Бля, давай на поле выйдем. Рэл, давай на поле выйдем, двоих, троих. На поле. Можно поздно. Бейте тоже. Будто дастся мне. Да. Если я за ворота. Мы сейчас трешак бьем. О, блядь, так хильте, ну алё, блядь, чё вы? Пизду бейте. Пизду, блядь. Потом кружок заливайте. Кружок бейте точно. Танков, танков пить, главное. Хилы булки расслабили, бля. Фан, ты станешь? Бля, зачем ты тело покинул? Покинула. Покинула. Вы что, там вайпай? Бейте трассы. Разливайте его. Нет, хуже того, мы еще живы в предчувствии вайпа. Ну поднимите танка одного, совы, ну, хоть кого-нибудь. Попало поднимите. Твой файл подними, попало. Кромера. Давайте я вам помогу упасть. Не надо. Мы сейчас так добьем. Иван на танков кинут. Все. Поднимайте Павша. Ну вот, я пришел, и все проблемы решили. Трисель, есть 50 голд с собой? Да. А я тебе потом... Амнистия, спой гимна, манна. Ну где ты? Саня, когда мы с тобой забухаем, скажи мне? Я не бухаю. Спасибо. Бля, у тебя голос как у старого деда. Меня-то? Ну. Сразу звезду бьем. Точно, потом все остальное. Танки можете запускать. Ты вообще про Вуду слышал? Я не исповедую этой религии. У тебя что, травы нет? Ну, видимо, нету. Не орки. Бля, Саня, вот ты такой пиздобол, я, бля, охуею с тебя. Ты говоришь, не бухаю. А вчера бухал, блядь. 100%. Ну что, так, ну... Что там, литр пива это бухать? Ну, а рыбу поставь, я... Какая нахуй разница? Так, протопал на двоих, хант напуливаешь, что грамма протопала. Литр пива, это попить пивка в удовольствие. Да, 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 хорош, ребята, перед боссом, дайте Рэлу говорить. Хон, тебе нужен этот Рэл? Ну да. А протопал, ты будешь танчить двоих? БДК на одном, хант, напуливаешь Талдерама, ставлю даже на тебя, ой, на него звезду, вот, Талдерама напуливаешь на вертопала, и все, и потом сидишь на кинетике вместе с ШП. И все. Эйранжу взяли. Какая, я запускаю. А мне чё? Я протовоин, мне чё? Нет, ты в ДД спекайся. Подожди тогда, не пуль. Уже поздно, спекайся, пока не поздно. Блять, успею, не успею. Быстрее, сука. Бейте. Драма, звери попал. А, пизду вас, я не успел, короче. Долго спекался. Блять, ну что за хуйня? Лучевитер. Опять полутанка шмот. Ну ты даешь. Кинетику. Хант, кинетику. Сука, чё ты не проебал? Эрдобала! Ух, ха-ха.
принципе, ну ладно. Калдеран убьем. Все, потому что БДК должен двоих танчить. Ну пофигу кто. Блять, лучше бы я в танке был, не спекался. Получилось говно какое-то ебучее, блять. Блять, ты заебал уже, да ебаный в рот, блять. Да иди нахуй, блять, и хуйня. Ты ебало свое, блять. Понимаешь, вот, хуйня да, нахуй получается, блять. Полутанка шмот, хуйня, полу, блять. Воу-воу, парни, полегче. Этики лисета. Спасибо, танки. Что-то он народил. Так говоришь? Так что-то Лунар бил. БДК хильте, БДК возьми сервис. Я бежал уже Келесета бить. Как на тело Лунар сайрился, он волшебным чудом не нравится. Такого не бывает. Смысле не бывает, смотри, где я убил. Это вижу. Ну, я бежал с той двери, как мы к Лане ходим, к Келесету. Дайте каплю нокдауну кто-нибудь. Уже не надо. Хватит Лунар. Ягер спекался в танка. Охренеть. И до вальки будешь в танке сидеть. А, ресница что ли? Никому не надо, заберу. Блин, опять эта грудь упала. Поднимайте пап. Хилами никогда не падает. А, коты, залейте ману шаману. А, ну забирай. Грудак там уже. Слушайте, а вот этот плащ, что он лучше, чем тот залет? Тот залет дает броню? Не, залет лучше. Как лучше? Вот я тоже, блин, одна девушка ходила за этот плащ. Чем лучше залет, объясните мне. Ну типа там броня. Что? Броня. Броня, да хуя там броня. И все? Больше. Ну, нет, защиты, уклонения. А, давай. Так, звезду сбьем сначала, потом заливаем мага, он нас не раскидывал. Потом ромбик заливаем, ну и все, дальше буду доставить метки потом. И давайте бейте точно, опять же, никакого, иначе опять попадаете к низу. Звезду сначала, потом уже будем бить кружочек. Нет, будем ромик заливать. Так, такого бы высот. Ну хабовар, как всегда, меня не слышит. А, ромбик заливаем. Танки, возьмите ромбик на себя. Танки, ромбик на себя возьмите, сейчас вар упадет. Стандером давайте тоже поводим. В общем, я в танке, да, иду? Да, ты в танке сейчас. Я хочу бомб заебать. Не надо. А треугольник бейте. Ну пожалуй. А кружочек, кружочек точнее. Печень. Стой, а не, нихуя, в каком танке? Подожди. Потом ромбик задевайте. Мне ж квест надо, блять. Танк шмот одень. И так и, бля, я спехнусь фурикой и одену танк шмот. Да, лучше танк спехнусь. А мы тебя дефобилки цели. Тебя сложит. О, окей, тогда укусите меня первого, так? Ну там. Да, вот да, да. Че заливать, алве? Сука, я, блядь, одел танка шмот и фурики, блядь. Че? Погоди. Такие жесткие метаморфозы.
Да нет, просто, ну, хули, блядь, чё вы негативите, ну, начинаете там, блядь, нахуй, захуй. Я ж не начинал этой хуйни. Тебе нормально говорят? Так, а мут, ну, мут почему даёте? За что? Время боя пиздишь во время боя. Двух тактиков сначала заливаем, вот звезду бейте пока что, точечно, потом, если я что поставлю, тут еще один тактик. Ну, блядь, пиздишь во время боя. Полка. Ебать, аргумент, блядь, табличка. Полка зачем заливаем. Тут кроме Войда кто-то Лакибукса помнит еще? Я его еще знаю. Да, вы, да, если бы вам дали мод, захуесосил в рейчате еще где-то дал, блядь. А че, он сейчас не играет, Серега-то, да? Ну вот давно не видно уже его. Тоже Бибок кикнул, типа, блядь, пожаловались, что он якобы неадекватно себя ведет. Он пиздец. Лаки Бубс? Нормально он себя вел, просто, ну, блядь, он такой дурачок. А это как его просто залили. Не отличить тупого троллинга Лаки Бубса от реальных каких-то наездов, оскорблений, но это бред. Поднимайте 100 грамм, а в общем БДК бежишь с Ягером, получаете зеркало, Ягер сразу уходишь, как получаешь зеркало, и паладин залетаешь наверх. Трясе. Здесь. А ты грань-то не хочешь одеть? Поставь на меня, блять, какую-нибудь хуйню, чтоб кусать. Я поставлюсь на тебя. Дай пожалуйста, каску, лапку. Не нравится. Так, он мне вообще тут. Я слышу, копар, что ты говоришь. Назовите бабу. Стой, стой, стой. Виталик. Стой. Грань же надо одеть, да? Не, вот на офис сейчас играй. И то уже вроде и там не очень особо играть. Грань одевай, я не знаю. Тимуру давно нету. Нету старых типков нормальных, ты чё, блядь, сейчас гильдия хуй его знает, кто тут вообще играет. Так я год не играл, блядь. Дайте бафы, Войтер, дать, подскин. Кулак, дайте, отбери, пожалуйста. А друган твой, Ваня, забил тоже, да? Обнови кулак, пожалуйста. Подождите, у нас фулл метал вылетел, походу. Ём, я наприкну. Пошли. Ну, я одел грань, короче, я готов. Ну, побежи с БДК, получи зеркало. Фулл метал ушел. Ну, у него шел реогается, может, я не знаю. Так кто? Канту, дай кулак. Танк у нас, фромер и БДК. А, ну ладно. Ну что, погнали? Так, сейчас идут только два танка, стойте, не дамажьте. Дайте ему зеркало сразу поймать. Беги, беги вместе, наверное, залетай, Ягер. Все, и спускайся вниз. Уже спускайся вниз, паладин взлетай наверх. Бейте босс. Блять, так охуенно одним. Подойдешь потом к ханту. С фактом сбегайте. Давай, давай быстрее. Подойди поближе к нокдаун, она к тебе пойдет. Нокдаун, спустись вниз. О, нихуя все. Выноси. Идешь ханту. Я надеюсь, ты ханта видишь. А крик на хп дайте. Вижу, я все вижу. И крик на хп. Пока еще не пьяный. Крик на хп дай, на хп, алло. Смерть спакта сбегайте. Подойди к ханту, он телкнись. 8 секунд. Я его перед ним, блять, яйцами трушу. Спартан, сбегаемся. Стой, так подожди, мне помимо моего укуса еще 3 надо передать. Да. Ах, нихуя себе, так вы, блядь, стопайте дамаг, наверное, не? Стопаем дамаг. В любом случае, надо 2 взлетки, чтоб был. Так, босс летит, Оксана, поешь гимн на ману, потом на хп.
Силы, я вам дам по две фласочки СПД. Паладина, плюнь холи, паладина, чекеру, залейте ману. Не стыдно тебе? Сейчас потом гимноманом будет. Типа команды хватает. Уебаный в рот, опять на мне. Хильте, хильте, блять, не уроди. А куда ты бегаешь, Ягер? Ты сейчас так квест проебешь потом. Прожми эту неистовство ебаное. А у меня не было, я вытащил только что. Пой гимноману, потом пой на хп. А крик на хп обновите. Крик на хп обновите. Я не проебал куст. Убейте его нахер. Ягер, ты какой-то дебилой. Да блядь, да на мне эти тени были, мне антифир нихуя ж не дали никто. Блядь, какой антифир, пиздец. Я прожал, блядь, заебал, я прожал, и один хуй такая хуйня, блядь. Хуйня, эту коня куда он хуйню прячет? Чё ты? Уроки пойду поваром записывайся, нахуй. Бля, ну убивайте, похуй. Факт разбегайте. Я потом сам соберу, сам сделаю. Ну просто тут чисто твой косяк. Да нет, чисто, блядь, глюк ебущий какой-то. Я, блядь, прожал свою хуйню, блядь. Бойновскую, я один хуй. Еще один, молодец, блядь. Вы что, два дурни или что? Знаешь, меня укусили, он ко мне подбежал, не кусается, стоит, ебать, смотрит. И что, без укуса сейчас что? Нет, я с укусом. Я тебя и не кусал. И не собирался. Что ты без укуса время действовали? Темниев, давай ты споешь гимн на хп, сейчас потом на ману. Я уже пою. Давай. Тоже пою. Пойте. Просто в шоке. Спекайтесь. О, ебаш. У меня тут нашел. Ну, извините, я слакал. Кое знаю, я обычно не слакаю, но затупил, там копии были. Я, короче, слакал. Просто не знаете, как у меня бомбит, когда в десятке люди, блядь, контролятся на Ёксароне. Блядь, спокойно. Я знаю, блядь. Ну ты единственный в этом рейде. Вайфнулись, блядь, 30, так говорит, я ливаю, нахуй. Так реально, сука, такие затупки. Снимайте, Павш. Да блядь, такие затупки, у меня хуйня какая-то. Я нажал, блядь, свою, ну, антифейную. Что ты нажал? Ярость берсерка я нажал, блядь. Я на один хуй, я, короче, бегаю как долбоёб, блядь, ну, в фире, блядь, и пиздец. Чё, у меня тоже получают сколки. Нету в луте. А. Ну, потому что... Ну. Он нахуй-то ещё был. Короче, ну, блядь, суть в чём? Я нажал ярость берсерка. Пойду био. Ну и пиздец, один хуй я нажал и бегаю как дебил, блять, в фире, блять, а укус надо передать, и я нихуя не могу сделать. Ладно, похуй, не беда, все это хуйня. Ты рано нажал, может? Может быть, фиг знает, ну, хер знает. Его можно во время эфира даже щелкать. Тогда, когда фиряют, ты нажимаешь и выходишь. Так, а чек на для танков хилов. Так, на танки хилы тут, можете начинать. Если есть гимны на ману, можете отдать, если не отдавали.
Войд, можно Гэндальф покурит? Я на прошлом трэше никуда не уходил. Иди попыхти. Спасибо. Короче, Эд, мне чё, в танка, в хуянка? Да спекнись, да, в танка. Я ж, блядь, ты вообще слушаешь меня или ты там сидишь спишь? Я тебе ещё Слана сказал, спекнешься в танка и на вальке. Чё, да, блядь, ну чё ты, ну, начинаешь? Я не начинаю, я тебе раз 10 говоришь, что делать, ты меня постоянно переспрашиваешь. Блядь, нормально же общались, чё ты начинаешь, всё заебись. Ты просто слушай, я на тебя не ору, я тебе просто объясняю. На меня нехуй орать, ну, блядь. Я ж ещё советы сказал, я тебе даже напомню, что Ягер, спекнешься на совете в танк, и да, давай, блядь, ты будешь. Ну, слава, да, блядь, подвинься, ну. Все, хорош, ну. Хорош, хорош, все, я язык назад засовываю, все. Это. Просто ну хуй знает, блядь. Короче, хуйня какая-то, мне не понравилось. Я нажал, блядь. Ебать, я понял, понятно, но хуйню прячет, блядь. Ну, нажал, короче, скилл свой, а он что-то нихера не подействовал. А присты тоже, блядь, мудаки ебучие, нахуй, могли бы антифир, блядь, кинуть. Так, заливаешь миленький кружочек, а РДД звезду. Ну кто это сделал? А чё, петов не убрали? Давайте бейте звезду. Ой, кружочек заливайте, потом заливайте треугольник. Обязательно их надо слить. Кружочек слейте еще. Дай бомжей туда. Заливайте. РДД, добейте звезду. А, треугольник бейте. Треугольник надо убить. С треугольником. Тоже не валяйтесь, вставайте. Спасите, танки. Кружочек добейте. У меня уже маны нет. Эти инеры и сей шанану. И фибрилляции надо. Мана через 20 секунд будет. Такая девочка, не да? Отойдите от АУЕ. Строгая, да? Мана через 20 секунд будет. Пиздец, строгая какая-то. Все, фильм. Ну, наверное, там начальница, типа, чик-чик-чик, все. Я не заебал на туре нахуй. Да я тебя еще голым даже не видел. Так не обижайте, я говорю, что. Сразу наверх не врывайтесь там, нам надо ману вспомнить. А кто сегодня 25 гер рыгает? Ой. Ягер. Ягер. На маги стол сразу поставьте. Ману. Типа при. Матом всех рыть будет. Кстати, на дистон пока боя нету. Сразу не рвайся. Кстати, там. Зря меня подымали. Еще сбоку он один стоит, заберите его. Есть у кого-то же старик ламбот. Выпал с ягером, можете рваться туда. Какая там цель?
Вот милики вам тянут одного моба, а вы его бьете. Твоих не надо, блять, по одному. Нафига ты двоих тянешь? Ты пропал. Я говорю, что свалил 25 альбоги вот. Уже гимн могу оставить, вот. Глупый крок, ты сам привел меня. Тут прожим писать, давайте. Станьте чемпионы серебряного авангарда. Фейл спекнешься в тела. То как добьем. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может... А чё, кто летает? А, летают два шамана и холипал, а фейл с гомеопатией в энергетике. Холи, привет. Что-что? Или один смогу. Ну давай тогда, дрейд с нами полетаешь, Вальф, покинешь. Убивайте сначала капитана. Интересно, что будет, когда ребра немножко подправят и починят? Сколько так, давайте, наверное, поднимаемся. Что с ним? Ну, во-первых... Тебя не слышу. Фрейм. Пропадаешь. Ну, во фрейме стоять нельзя, там кости на гере убивают. А Мараксус, кидай Шанан МК, Гэндальф, кидай Фибрилляция МК. И обновлять не забывайте. Фейл, давай ману восполняйся. Да, ничего не будет, научимся убивать и такое ребро починим. Нету там ничего такого сложного. Дайте баф и каску, дайте, кто там дает по локам. Истабаф, инту. Простите, кому МК дать Гэндальфу? Фибрилляции. Я кинул фибрилляции. Все даю. Ты дайте баф, пожалуйста. Обновлять не забывайте, Мараксус, мне МК тоже, давай не слабый там. Уже кто-то дал фибрилляции. Кому? Я кинул шанану, все. Все, а, все тут, все, можем начинать. Чужаки ворвались во внутренние покои. Хилим. Огонь вышел слева. Первый портал. Открыла портал в изумруд.
спереди встречаемся. Заходим, давайте. Бля, пока. Бейте жертву, да. Бейте подавителей. Блять, сука, почему на меня постоянно вешается фигня, я постоянно летаю. А, блять, где портал? Огонь право вверх. Сзади стрелять. За тебя портал, блять, был. Впереди. То, что у меня уже два кинула. А чё ты там танчишь? Где встречаетесь? Можете взять, хлопнуть там, только остатки не скинуть. Летели. Если бить. А, спереди встречаемся. Спереди встречаемся. Стоит в метке. Так, даю Геру хильт. У него жизнь нет, вот я. А, вар. Да. Я открыла портал. Силы возвращаются. Идем на два. Давай. Ком завис, перезагрушусь. Хилюнец, так. Ой, сидим на мало. Тут тотем. Бейте подавители. Все. Опять на меня главная эта фигня вешается, я постоянно летаю. А ты в Элеме шмоте хилил, что ли? Я, да. На лестнице подзвол. Mm-hmm. Вот тут, получается, МП-5 не нужно. Этого, ну да. Крит здесь будет намного проходить. Хаст крит. Я же говорил, такой... 100 грамм на танк. Угу. Давайте вниз. Так, я хили останусь, а остальные спекайтесь назад своих, да. Короче, можно на трэше по одной ивенте покупать? Да, можно. Пускайтесь там все вниз. А что, кстати, холипал в ПЛ, вы там стаки потеряли? Вообще мало на хильне. Да не, я просто залетел что-то. Ну ладно. Оставалось 10 секунд, я залетел.
скиллы бросайте, ролл, кто курить пойдет, кто нет, кто выиграет, тот курит. Человек курить ушел. Ну все, я выиграл. Такой ролл проебал. Да ему ничего не надо. Все равно. Я, наверное, тоже схожу покурю.